Привет. Мы с вами продолжаем тему Каталины. Сегодня у нас с вами в эфире вот такая вот сборочка. Каталина, три Кавказа. Модулем охлаждения выступает улучшенный радиатор НЕРПА. Также на борту присутствует двигатель четкий, чтобы мы быстрее пятились от врага. И есть радар-детектор. Многие предпочитают на Кавказе ставить гонитель, но честно, я уже поставлю радар-детектор и буду еще подворачивать машины. Ну, мне комфортно так, поэтому я буду воевать так. Поехали в рандом, посмотрим, как быстро будут набираться стаки с этим оружием. Ага, клиенты уже здесь. Начнем с того, кто приперся первый. Понастакаем нашу Каталинку. А потом... А потом мы поедем, мы помчимся. Первый стак уже есть. Отлично. Так, слева сразу трое красных давит нашего. Бессмысленно. Сейчас сюда выйдут, ладно, пускай растягиваются. Растянем их, тогда будем обстреливать по одному. То есть, если туда поедешь, в одну жало на троих, там, понятное дело, тебя быстро уработают. Второй стак уже есть. Третий стак уже есть. Красота. Лампочки на Каталине зажглись. Так, все замечательно. Этот минус хорошо. Сейчас вырубаем еще ближайшего, а потом уже идем туда, к краю карты. Хотя, здесь такой дугфайт, в принципе. Ладно, погнали. Че там, там Коннор? Давай выпилим дрона. А, блин, да, ты, все отлично. Так, Коннор. Коннор, погоди, ты неинтересен. Вот это что? Братиша, мне кажется, или у тебя что-то пошло немножко не так, как ты планировал, да? Вот прям вот, или даже не немножко. Да, очень сильно не так. Хорошо. Тем временем на Каталине 6 стаков. А Коннора, кстати, все еще не убили. Сколько мы тут тусим уже? Ну-ка. Коннор, до свиданьки. 333, довольно быстро, кстати, настакало-то. Что здесь? Здесь что-то, что я сейчас вырублю? Или нет? Или да? Я так понимаю, да, от настакивания идет прям вообще бодрейшее. 600, 700 уже. Отлично. 9 стаков есть, остался один враг. Что там? А это как раз тот, который... А, все. МБПХ. Первый, разогревочный бой, вот так вот сразу. Но очков, правда, 1370, не так много. Набираем стаки. Хотя, блин, сейчас на мне будут набирать стаки. Ой-ой-ой. Ладно, пускай двор сюда заходит. Раз, два, три, четыре. Четыре рыла сюда сразу. Хорош, тут у нас какая туша на шныках катается. Ага, поехали. О-о-о-о, полегче, 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 полегче. Дай-ка я отойду чуть назад, чтобы у меня били начал отрабатывать. Красота. Пошел дамаг. Чудненько. Так, вот этого проще. Ага, отлично, теперь вот этого. Блин, тихо, что там сзади еще? Все нормально. Еще косарь. 3000 желтого урона уже настакал. У меня 5 стаков есть в Каталине. Ага, да, ага, обойдешься. Так, ладно, поехали к этим комрадам, пока они там так наверху сидят и вообще ни о чем не чешутся. До отработки били не скоро, а этот чел меня палит, вот этот. Ага, ясно. Это было больно, не спорю. Ах, ты ж хитрая, ты жопа. Вот, нормально, теперь вперед. Это жесть просто. У Кайдзю был шанс, пока у нее был инвиз. У Кайдзю был шанс, потому что она первая дала мне нормальный залп. Но просто стоило ей вылезти, и все. 7, по-моему, стаков было, да, когда я начал по ней работать. Или 6, там что-то такое, сейчас уже 9. И как быстро мы ее снесли. Это трындец, ребята. Хотя, если бы Кайдзю... Машина вообще вверх не едет. Если бы Кайдзю зарядила мне прямо в кабину, прям нормально попала бы, то тогда она бы снесла меня, но она не смогла. А мои Кавказы смогли. Чел, ну враг же справа, что ты от него бежишь-то, блин. МВПХ, еще одна победа. 2072 очка в этот раз. Настакивание вообще идет жестко. Что-то мне подсказывает, что ближайшие бои будут такие же, поэтому видос, наверное, будет очень короткий. Я обычно видосы подлиннее делаю тогда, когда бои очень неоднородные, и там куча разных ситуаций, и все вот прям так по-разному, чтобы поиграть побольше, записать побольше, а потом из этого уже можно было сделать какие-то выводы. А когда ты просто едешь вперед, зажал одну кнопку, там быстро урон настакал, и все, и твой враг превращается в пыль, и это происходит из боя в бой, то как бы какой смысл? Это я к тому, что в комментариях видел, в последнее время часто просят, что делай видосы подлиннее, там минут по 20 и все вот это. Ну, в этом не всегда есть смысл. А когда есть смысл, тогда, да, появляются видосы минут по 20.
Как по Мандрагоре, например, недавно было. Там вообще прям километровый видос из кучи боев. Хотя фиг его знает, может это просто пара первых боев такая вот прям удачная. Если меня в бой, конечно, сейчас вообще пустит уже полторы минуты... О, пустило, спасибо. Сейчас мы это с вами и проверим. Настакиваемся. Одну пушку красиво, кстати, отбил. Погоди, чуть назад. Отлично, первый готов. Так, там у нас сидит автопушка и какая-то, по-моему, еще... Ага, и еще лазеры. Пойдем к лазерам. Хотя нет, не к лазерам. Давай-ка вот, наверное, здесь сначала. Челик, зачем ты сюда приехал? Ой, блин, как хорошо. Три... Да елки, тебя вообще не я бью! Уже скинул цель, думаю, ну ладно, там угоняет Союз, он его добьет. Союз ничего не добил. А вот смотри, тебе и первый, так сказать, контраст за все эти бои. Хороший лазер. Взял и чекрыжил все пушки. Причем довольно быстро. Но правда, у нас тут, в принципе, я смотрю, бой такой. Два фрага у меня есть. И как бы еще один фраг у Союза, и на этом все. Здорово, живем. Ай, тормоза, ты не к черту, я забыл. Блин. Ну-ка, что там по результатам? 689 очков, и это топ по команде. Здравствуйте. Так, ладно, тогда вы здравствуйте. Там у нас лазеры, получается. Ой, зря я влез. Ох, нихрена, как красиво попал. Сразу смотри, Кавказ один в космос отправился. Вот тебе и пожалуйста. Вылез на толпу. Так, где еще дробовик? Да, здесь дробовик. Так, попробую его на гейзер заманить. Ой, дробоводы, дробоводы. Такие типичные. Используйте гейзеры. Многие игроки вообще не это самое их. Игнорят просто как факт. Так, готово. Так, 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 так. Вот этот пушкарь, по-моему, мне Кавказ как раз отбил. Так, пушкарь, давай. Или не ты? Ты еще и застрял. Он пытается фейстанчить, но ни хрена у тебя не получится, дорогой. Так, два фрага есть, хорошо. Два фрага, это при условии, что я еще потерял уже в самом начале, считай. Сейчас в бочину ракеты прилетят. Ай-яй-яй-яй, не, нормально. Да блин! Так, оно уходит. Отлично, вообще прямо хорошо. Смотри, надамажил под обстрелом, под ракетным и того, и этого. И дробовода на гейзер, и пушкаря снес вообще прям все, и к этому еще вернулся. Ты у меня струлял, да? Да, ты, я понял. Мы просрали этот бой просто по захвату базы, ты прикинь, но я снова в топе, упорные три фрага. Че, в бочину прилетит. Так, этот развернулся, а вот Адам все равно припрется, да? Да, конечно, хорош Адама утащили, Адама по дамкам повезли. А волокли просто мордой. Так, погоди, к нему нельзя спереди либо сзади заходить. С его оружием, с его наводкой. Замечательно, минус. Так, давай избавлять союзов от дронов. Я думаю, они будут благодарны. И от ботов тоже. Здесь бы укладочка. Ага, отлично. Минус. Давай мне туда не надо вообще вот ни разу, спасибо, да. Минус. Минус. Охренеть, мы жесткие. Улиток ложатся, но они ему сейчас на отвал ложатся. Да, оружие я им тут реально отобью. Опять увезли. Но я все равно сейчас вон дамажу прям прилично. Готово, еще один минус и еще один минус. Остался один. А у меня тем временем 4 фрага. Нормально. Ну и как бы все. Сидим, чилим. Сейчас он откинется. А у меня, наверное, уже 1500, а то может быть и 2. Навоевано тут. Причем я фуловый практически. Да, и 2074. 4 фрага, 4 ассиста. Ну, это как бы трындец. Ладно, ребят, с этой сборкой все понятно, переходим дальше. У меня наперед подготовлено еще немало крафтов, там и Каталина, и пушки у нас башенные, и мортиры, и чего только нет. Но это будет уже в следующих видосах, а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.